Выложенные брусчаткой дорожки, дизайнерские лавочки, уложенные газоны и живописный вид. Саровчан уже ждет новое современное городское пространство. Единая пешеходная зона от Красного дома до плотины и комфортабельные таунхаусы. Продолжение проекта комплексного освоения территории в районе пойма реки Сатис. Это уже второй участок в пойме реки, который выполнен в таком же едином архитектурном решении, как и в районе жилищного комплекса «Саровская ривьера». Обслуживание общественных пространств обеспечивается застройщиком компании «Саров Инвест». Протяженность пешеходной зоны 1,5 километра. Территория вдоль реки Сатис превратилась в излюбленное место отдыха саровчан, став центром притяжения. Здесь проходят общегородские праздники, на которых можно интересно провести время всей семьей, а в обычное время просто прогуляться по набережной и сделать красивые фотографии. Сказочную атмосферу, как только стемнеет, создает подсветка. На набережной созданы все условия, необходимые для комфортного времяпровождения горожан. Набережная оборудована освещением, установлены лавочки для отдыха, проведены работы по озеленению. Береговая линия укреплена габионными конструкциями. В новом микрорайоне расположены 22 комфортабельных малоэтажных дома с прилежащей территорией. Около каждого таунхауса предусмотрена стоянка для автомобилей и место для создания теплого гаража с автоматическими воротами. Уже закончена работа над дорожками, отмостками, отводом ливневых вод. Проведена канализация и электричество. Запущено индивидуальное газовое отопление. Застройщик готовит дома к сдаче в эксплуатацию, и скоро жители нашего города смогут приобрести жилье на живописной набережной реки Сатис. Старт продаж запланирован на начало следующего года. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.